Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Михалыча, и меня успели даже зарейдить. Кучу, конечно, интересных вещей забрали. Я сейчас иду на антирейд. Это база Falcon, и я надеюсь здесь найти вообще все. Полностью все. Ну и в конце еще приятный бонус. Ребят, не забывайте подписываться на канал. Обязательно ставить лайки и писать комментарии. Не забывайте также заглядывать в закрепленный комментарий. Там есть отличная информация по поводу моих соцсетей. Если вам интересно что-то обсудить или показать какой-то крутой лут или баг, обязательно скидывайте мне, я посмотрю. Мне будет очень приятно. И также добавляйтесь в контакт в друзья и пишите, чтобы я тоже в ответку добавил вас. У меня там все открыто, личка, я отвечаю каждому. И мы, ребят, Фалконом будем рейдить прям в welcome двери. Надеюсь, что там нет никакой ловушки. Я с верным другом и двумя глоками сглушить. Залетел, залетел. Вот оно что. У нас есть возможность сейчас сделать очень крутую вещь с этим ящиком. Всегда, когда видишь возле деревянной стены ящик первого уровня, всегда делай вот такой вот лайфхак, ребят. Лайфхак на рейде. Очень крутой лайфхак, он вам поможет, потому что между вами и зомби теперь есть невидимый барьер. Это вот этот вот ящичек. Именно он вам и поможет. Теперь могу себе рубить дальше и без особых проблем растарабанить вообще всю базу. Теперь ни громила, ни зомби нам вообще ни разу не страшны. И мы сможем себе зарейдить эту всю базу полностью. Как говорится, рейдим базу полностью. Давайте сначала заглянем, что здесь есть. Я так понимаю, что заряды C4 мне здесь не нужны. Опа. Ну, в принципе, видно. Видно. Кстати, вы видите, маленький подлагин. Это означает, что все-таки зомби, они уже появились. Ну, вообще, идеальный способ приманить зомби, это стоять впритык к стене, и они все-таки прибегут в надежде там пробить стену или что они делают, не знаю, долбят стены. Это круто. Мой собакин вообще-то на такой всего лишь по 14. Но я в надежде, что он все-таки скоро обзаведусь я вожаками. Они добавляют урон нашим собакам, и скоро мои вожаки будут не 2-3 урон добавлять, а больше, потому что качаю дольше, получаю, как говорится, идеальный лутец. И я думаю, что это будет круто. Кстати, не понимаю, почему стрельба по ногам встала. У меня же, по-моему, отброс должен быть, откидывать. Ну ладно, стрельба по ногам, так по ногам. Сейчас мы лутаем вот эти все ящики без особых проблем. Посмотрим, что там внутри. Древесины. Очень много бревен сосновых. Если бы это были дубовые, я бы обратил внимание. Щенок элитный. Элитный щенок хаски. Очень круто. Ну, я напоминаю, что это антирейд, но все-таки элитные щенки. Это на дороге не валяется. А вот и дубка, о котором я говорил. И забираем все, максимально все. Потому что это как минимум мое. И я думаю, что нужно заглянуть в каждый ящик. Я уже еще раз повторю, что да, я смогу на этом рейде забрать все. Маску, талон. В этом ящике нет того, чего. Кстати, то, что подлагивать немного начало, это означает, что зомбики уже хотят сразиться, как говорится, шпаги скрестить. Ждем их. Притык к стенке, и бегуны уже здесь. Тут как тут. Собакевич тоже рубит. И Собакевич нормально, нереально. Помощник крутой. Так, расстреляем всех, кто здесь есть. Попробуем, конечно же, это сделать. А, уже всех расстрелял. Единственное, бам по ногам. Ага, там еще один есть. В чем прикол навыков активных? Знаете, что прикольно было бы? Если бы вы меняли оружие, и менялся бы навык. Это было бы топово, это было бы круто. Я думаю, что давайте пока что мы попробуем вот так вот сделать. С этой стороны немножечко помудохать. Бензин, почему бы и нет. Так понимаю, что здесь поиски могут затянуться, и скоро уже шум пределу придет. Так. Кстати, ясен. Почему они ясень крадут? Они со станков ясен забирают. А мне ведь нужно куча ясеня. Опа, а вот и то, что мне нужен. Чемоданчик. Чемоданчики тоже крутые вещи. Я думаю, что репутацию забабахать сможем в максимум.
репутация с нашими мужичками. Ханна сейчас у нас. Трэвис, конечно, мы уже прошли, а вот Ханна. И именно здесь репутацию можно с помощью этих чемоданчиков делать. Так. Вот оно что. В принципе, круто. И да, идем к следующему. Обязательно скроемся. Да, он там будет пытаться нас бить, убивать. Но без особых проблем мы здесь справляемся. Отличный способ закрыться от зомби. Это вот так вот. Пробовать, естественно, искать такие ящики на деревянном фоне. Ящик с оружием, коса, это все то, что у меня забрали. Давайте, наверное, все-таки забьем чоппер добром, и это нам поможет в дальнейшем. Кстати, здесь в пикапе 0, вообще 0. Чекаем то, что ящик нам нужен. Мини-гашек тоже нужен. По-моему, тушка индейки. Не знаю. Так. Кстати, C4 подальше. Здесь очень много рубиться придется. Поэтому, если у нас все закончится, фишка может очень-таки коварную шутку с нами сыграть. Она может взорваться. А это нам... Ну, кому это нужно? Лишний взрыв вообще кому не нужен. Так, здесь я смогу забрать их вместе с громилой. Нужно чем дальше ящики рубить. Чем дальше ящики, тем будет нам как бы... Мина, нифига себе. Я вообще не знаю, лучше было бы слиться, но я что-то не подумал об этом. Я не знаю, хватит ли мне топоров вообще, прикол вот такой вот. Надеюсь, что хватит мне топоров, ладно. Поехали. Опа, кожи куча. Громила еще не скоро придет, поэтому я, опа, УЗИ. Да, громилка пришел. Теперь что делаем? Мы просто уходим вот сюда. Ждем, пока там толстяки прибегут. Можно, в принципе, поскладывать лут, посортировать и понять, что нам еще можно будет забрать. Там немножечко ягодки, малинки. Так, вот это нам не надо. Этих убивать. Опа-опа. Вот это нам тоже не надо. В принципе, там мы все заглянули. Можно ломать ящики здешние. Граната. Можно здесь вот так вот сделать. Громила, если бьет, у него как-то КД, и он теперь не телепортируется. Но нужно какой-то вот этот тайминг соблюдать, и все будет у вас в топе. Понимаю, что сейчас будет тяжелее всего. Так как у нас может сейчас не то что собака, а может громила согреться. Блин. Так понимаю, что придется где-то туда бежать. Но каждый удар громилы это плюс к урону, поэтому, ребят... Будьте внимательны. Кожа не раз меня спасала. Мне нужно хоть что-то набрать здесь. Поэтому, блин, я уже даже выбирать должен между тем лутом, который оставлять, который забирать. Так. Толстяки. Паровики. Нужно их убрать, потому что они могут плохую шуточку сыграть. Просто мешать нам во время рейда. Я не знаю, ну, нужно что-то выбирать явно. Опа, громилеончик не нужен. Ты что такое делаешь-то? Такой дерзкий, а? Давайте, наверное, надобьем вот этот вот ящик. Требуется топор, у меня топоров просто нет. Ну, то есть, других вариантов у меня тоже нет. Вообще-то, блин, хотелось бы какой-то, хоть какой-то лут забрать-то. Грома. Ага, ты уже здесь. Блин, я не знаю, какой лут забрать. Это было бы плохо просто вот так вот взять и уйти с этого рейда. Там... Подождем, пока он телепортируется сюда, что ли. Пошерстим еще в других ящиках. Громилка. Опа. Ох, 46 злостный урон. Вот, транзисторы забираем. Морковочку как раз 20-очка. Не нужно здесь, опа, долго задерживаться. Я думаю, что это все. На этом все. Да, лут может быть где-то здесь еще спрятан, но я не намерен здесь оставаться. Естественно, крутой мега рейд. Я думаю, что вот такой вот рейд, ну, если бы попался не антирейд, а рейд, не особо крутой лут. Может быть, где-то еще все спрятано, но я понимаю, что я максимально сейчас вынул с этой базы и максимально вынес лута. Что-то мне украли, приблизительно я забрал, да и все. На этом закончим.
Уезжаем, кстати, появилась угроза нападения. Это означает, что у меня возможность опять-таки могут меня зарейдить. И нужно к этому подготовиться. Ребят, надеюсь, вам понравился видос. И вы уже заценили, поставили свой лайкос. Не забывайте подписываться на канал, писать комментарии. В закрепленном комменте, ребят, обязательно в соцсети. Добавляйтесь, подписывайтесь. Я буду очень рад каждому из вас. Ну а вам, ребят, спасибо за просмотры. Удачи. Пока.